свете. И все, вам пиздец, ребята. Заранее извиняюсь. Сейчас стена рухнет. Ебать. Вверху! Пуши! Нифига, масленок выпал из окна. Блять, гранату кинули, осторожно. Их тут дохуя. Их тут очень дохуя. Нихуя же, блядь. Ты въебал, блядь. Нихуя там все было, блядь. Типа я под смоком пройду незаметно, да? Да-да, блядь, такой склада долбоёбов, блядь. Сука, я... Нахуя я был на глиф, блядь, ну что за хуйня? Блядь, Женечка! Easy, girls. Easy for me. For me. You okay? I'm gay. You got them right. Чем пахнет, а? Чем? Правильно. Хуйнёй. Шнаца. Я гей. О, я тоже. Let's celebrate and suck some dick. Папа, I'm Russian. Cool. Ёбаный в рот! Thank you, sir. Короче, ты иди по левому флангу, я по правому. Блять! О, сука! Ты долбоёб, Женя, реально! Нихуя, блять! Нихуя, блять! Ладно, хуй с ним. А мне, кстати, кто-то во дворе на лавку насрал у подъезда. Женя, чуть вправо отойди. Папа Боуи. Че, я не попал, блядь? Блядь, хоть бы атака была, заебали. Ты морвал. Нет, Женя, ты че ебанулся, оборонять надо. Понял, там типа... Че? Мы смотрим, иди отсюда, говорю, блин. Короче, фильм был... Охуеть, спасибо, папаша! О, Женечек, кстати, когда ты к этой едешь? А вы будете трахаться? Нет. Класс, мой сынок, мой пиздюк! Они же не хотят детей, зачем они? Согласен, вот это да, хорошо. 415, почему не отвечаете, я база ответил. А, щит! Та за шо? Ладно. Найс. Найс. Бля, Жека, вот как же ты ебашишь, я. Сука, крыса ебаная. Да, я слушаю. Когда ты хочешь детей? Никогда. Отличный ответ. Охуительный просто. Он есть подруги, которые так же не хотят? Нет. Сука, блядь. Почему нахуй все бабы хотят детей, блядь? Почему, сука, животные какие-то, блядь, инстинкты, нахуй? Почему не хочется жить просто? Я думаю, что они самореализуются, что ли, Лева. После этого. Найти такого человека, я не знаю, просто все хотя. Начинаешь общаться, типа, все охерительно ведет, идеальнейшее просто. И ты узнаешь, она типа, да я вот через годика два хочу, и ты такой, ой, блин. Просто. Пец. Пошла в пизду, ну что ты? А тебе 21, ну ей 21, да? Охереть, да? Охеренно. А, и то не рабочая нахуй, ни квартиры, ни хуйни. Ну, может, она просто хочет за счет мужа выезжать. Типично. Она в окно хочет выезжать, походу. Это, так самое это забавное, запросы. Тебе вот даже если ты хочешь за счет мужа выезжать, ну тебе самой-то что ли интересно, блядь? Да. В жизни-то больше ничего не хочется, что ли? Ну смотри, у мозгов будет нет, работать... не хочется. Смотри, она будет сидеть дома, гулять там, выходить с подружечками, и может не только с ними.
Типа из-за бабки мужика. Ну я говорю, это будет, знаешь, как ноготочки и реснички, и по телефону с подружками попиздеть. Это... А потом она под конец... знаешь, под... Потом она найдет более богатого и съебет. Да, потом она сейчас скажет, да ты хуёво зарабатываешь, блядь. Надо было вот не амбиции, на двух амбиции, работах, а на семи работах это работать. Прям, это прям отсылочка была сейчас, Максим, прям. Не, не, ты программист, а я идеальная инстаграм-модель. Да, инстаграм-модель.